Здорово, дружище! Вышла сегодня Breakout Dark Prison. В Play Market она зарелизилась. Экшен MMORPG, где мы должны спасать свою дочурочку. Я тут нарулил уже себе три вида оружия. У меня вот есть ножичек, молоточек, синенький, кстати, и катаны. И нам предлагают с магазинчика дропнуть еще какую-нибудь классную штучечку. А что, кстати? Давай, дай мне. Не дает. Красная девчушечка. Воу, плащ. Бесплатно, спасибо. Игра, кстати, играется довольно приятно. То есть тут нет какой-то там... Во-первых, автобоя нету, ребята. Все своими ручечками. Это новые штанцы. Да, у нас выбирается тут герой, прокачивается он. Все диалоги, все на русском. Купить оружие. Нормальный. Это нож для свинины. Ну, сейчас мы, кстати, наверное, и пойдем шинковать эту свинину. Свинятинку худую. Можно просто пойти и херачиться. Так. Нож. Нож у нас что? Нож у нас хорош. Для свинятинки. Да. Погнали, погнали. Разборочки, месиво. Ух ты, какая она. Ловкая. Девчулька. Кстати, не все катсцены тут пропускаются. То есть я как бы хотел попробовать тут вариативность, да? Сказал, что я не буду тебе помогать. Он сказал, ну хочешь, не хочешь, ну хрен ты хотел, ты игру скачал, давай играй. Все ясно, понятно. Сокровище. Начать задание. Игра в таком киберпанке стиле. Есть уклонение, есть босики, есть, походу, очень много оружия. Сопротивление возьмем и, блин, напор. Все, рубиться, рубицу. Здравствуйте, молодые люди! Месиво, месиво, просто месиво. Есть, кстати, зачистка. А в тобой нет, но если вот типа вы уже прошли этот этап, то есть зачисточка. Чё-то Бакен хрен знает. А если ножик возьмем? Ну, вроде рубит-то неплохо, да? Чё тут? Чё тут? Подобрать. Шапочка инженера. Чем-то какие? А, это же все зомби там с вирусом и прочей херней. Тут как, такое ощущение, что у кого-то, что тут нон-таргет цель, то есть. Подобрать. А тут там сзади девчоночка же была. Девчоночка, ты где? Нет, походу. Ну да ладно. Блин, беду. О. Чё тут? Ни хера тут нету. На выполнение ударов у нас тратится энергия. И, соответственно, чем мощнее оружие, ну, я имею в виду тяжеловеснее, то, соответственно, энергия затрачивается. Опа. Тут есть что, нет? Ничего тут нет. Есть, кстати, насчет супер-пупер ударчик. Что мне туда показывает-то? А-а-а, сундучочки. Кстати, ничего не падает, нормально сундучков.
И все? Хочу босса, босса хочу! Кстати, классов тут хрен знает, есть, нету. Возможно, будет от оружия. Вот она тут замутила радостную сальтуху. Что захерачило? Всякие шняшки дали. Шняшки, ништяшки. Топор, наковальня, шапочка. Шапочку, кстати, можно будет? Сюда. Руководство по выживанию. И так нон-стопом можно вернуться, да, вернуться. Сейчас посмотрим, что там вообще упало. Можно ли одеть шапочку. Есть тут кастомизация довольно неплохая. Топор говно. Нож уже тоже у нас говно. Но у нас есть шапочка. У нас есть шапочка. И ожерелька. Вообще, в принципе, игрушка очень, в принципе, неплохая. Нормальная графика. Да, какого-то не создают. Наверное, проблема. Проблем не создают противники, наверное, скорее всего, пока. Создать, кстати, можно разные тела. Хочешь дистрофичку делай, хочешь еще кого-то. В общем, ссылочка на игру будет в описании. На Инстаграм тоже будет в описании. Жмякай колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Прямо обязательно. И давай, до встречи. Всего хорошего тебе. Люблю, целую. Обнял, приподнял.